Всем привет, продолжаем путешествовать по миру. Италия, город Падуя, городской музей Эремитани. Залы представлены для экспозиции 2 этажа, расположены вдоль дворов бывшего монастыря. На 2-м этаже находится антикварная библиотека, картинная галерея, музей Батакин. И 1-й этаж полностью посвящен археологическому музею. Очень интересный музей, просто произвел на меня впечатление обилием экспонатов. Просто супер-пресупер. Конечно, как на 1-м этаже, археологические музеи. Конечно, и 2-й музей Батачин, коллекция Каподалиста. Это такой был коллекционер, который в 1864 году оставлен в дар местным властям. Граф Леонардо Эмо Каподалиста. 543 произведения живописи, которые действительно впечатляют. Здесь собраны не только венецианские художники, но и иностранцы. Работы художников Ломбардии, Эмилии, Романии, которые посещали территории Венетто. Микеле Джамбона, Джованни Беллини, Тициано Вичелли, Джорджони, Пальма и Вичетто, Доминико Тантаретто, Леонардо да Понте. Очень широко представлена школа Паоло Веронезе, а и мастерская Бассано. Я все это зачитываю по книжке, которую купил в Падуе по путеводителе. Это серия книг, которые в Италии выпускаются по таким знаковым городам. Есть такая же книжка про Верону, и про Рим, и так далее. Такого желтого цвета книжки, которые бросаются в глаза, они очень интересны, потому что там представлены маршруты, как можно путешествовать самому, без экскурсий. И вот описывают, в частности, вот эту коллекцию Каподалиста. Из основных художников конца 16 и 17 веков, представляете, 16 и 17 веков. Здесь представлены картины Пальмы-младшего, Петра Домини, Ганса Ротенхаммера, Кьера Воротари. Конечно, большой интерес вызывает серия картин Антонио Марини, на которых запечатлены сцены боя. Коллекции фламандских, голландских, французских и немецких художников 18 века. А вся эта коллекция, начиная с 15 по 18 век. Конечно, здесь есть в огромной картинной галерее. Все, конечно, перечислять тут, по-моему, устанешь. Но все равно, тем не менее, я постараюсь перечислить всех тех авторов, которые здесь представлены. А их очень много. Джотто, Распятие, Джованни из Болони и Якобо из Вероны, Франческо Скворчодни, Франческо де Франчески, Якопо Беллини, Якопо Паризатти, да Монтанья, Алвис Ваваринни. Конечно, об этих художниках можно много говорить. Это известные итальянские художники. Есть ли смысл говорить о художниках, когда можно посмотреть на то, что они сделали. Посмотрите на эти картины, это же вообще обалдеть. Я ходил с открытым ртом. Я впервые вижу такую огромную коллекцию. Потому что я же немного где бывал. В тех местах, где я бывал, такого обилия знаменитейших художников я просто не видел. Потрясающие картины. И при том, конечно, время их написание, оно всегда убивает. 15-18 век. Колоссально. Получил огромное удовольствие. Просто громаднейшее удовольствие. Огромное, конечно,
удовольствие от посещения музея. Смотрительница, которая там ходит по залам, узнав, что мы из Петербурга, так обрадовалась. Это было так приятно, так трогательно. Она водила нас и показывала нам картины. Конечно, мы что-то понимали. Английский так-так, так себе туда-сюда. Тем не менее, вот она показывала картины, ходила с нами вместе. Говорила, что надо пройти сюда, сюда, сюда. Ну, в общем, очень отзывчивый персонал. Просто я про себя подумал, что если у нас где-нибудь в церкви висел, ну, к примеру, Тициан, это было бы за семью замками и просто загородками. А здесь просто территория монастыря и такое обилие произведений искусства. Просто обалдеваешь. Ну, так ремарочка. Вот этого музея там еще есть. Базилика Скровения. Вот. Ну, это все вместе находится. Поэтому можно, конечно, пройтись, посмотреть и обалдеть. Ну и так продолжаем. Лоренцо Коста. Работаем в мастерской Джованни Беллини. 16 век, Падуе, впечатлен выдающимися художниками. Джероламо Романино, Джероламо Тассари, Доминика Кампаньола, Стефано дель Арце, Якопо Тинторетто. Отличные просто картины, обалденные. Паоло Веронезе, Якопо Бассано. Ну и так далее, и так далее, и так далее. Я постарался сделать достаточно полный видеорепортаж. Я думаю, что даже такого в интернете сложно будет найти. Но я постарался по максимуму запечатлеть все те картины, которые там были. Вот поэтому я понял, что тяжело смотреть одним разом, но вот для тех, кому это интересно, в общем, можно посмотреть. Я вот лично сам сделал и сам все это дело пересматривал. Мне пришлось разрезать это большое видео и сделать вторую часть, поэтому можно посмотреть вторую часть из собрания произведений в этом монастыре. Ну, собственно говоря, наверное, и все, что тут можно много говорить. Можно говорить о церкви Эремитане. Она была полностью разрушена, она тоже находится в этом же здании. Здесь же находится часовня Скровения или Святой Девы Марии. Но они ее отделали уже сюжет. Там все очень круто тоже. Вот. Ну, не будем долго говорить. Наверное, лучше посмотреть. Сейчас подберу какую-нибудь музыку. И вот сам что-нибудь наиграю. Вот, и предлагаю вам посмотреть такую картинную галерею, которая даст фору, по-моему, собранию любому, возможно, даже и в мире. Но я не специалист, но мне так кажется. Все, всем пока, всем привет, до свидания. Это была Падуя. Картинная галерея коллекции Каподалиста, музей Батачин. Городской музей Эремитане. Все, всем пока, всем привет, до свидания. Пока-пока.